Будем ждать с вами вторую часть, и 100% ее тоже пройдем. Интересно, какое-нибудь продолжение. А, это был финал. Начать новую главу, все. Выбор главы. А, вот, смотри, можем выбрать главу. Вот, смотри, легендарный камни, видишь? 3 из 4 нашел, 4 из 5, 4 из 5, 1 из 2, 0 из 6, 10 из 12, 6 из 4 из 4. Интересно. Вот про эти легендарные камни я говорил. Да, посмотрим фильм о Hellblade с тобой, и я думаю, закончим на этом. Предупреждение. В этом ролике есть спойлеры, но смотри после прохождения. Хорошо. Это фильм, ребят. Это смех разработчиков, посмотрим. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming? Наверное, середину игры что показывают. Ну нет, ближе к концу, наверное. Она середину игры показывает. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people fear seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept. Это игра о девушке по имени Синоа, кельтская воительница, которая совершает путешествие по стране викингов. Но отличает нашу героиню Синоа то, что она страдает от синдрома психотического расстройства. Психотического. Исходная игры Hellblade — классическое путешествие героя. Фантастический мир — полный испытаний. С одним отличием: фантастический мир — это не другая планета или альтернативная вселенная, а мир, созданный сознанием Синоа. Ну, я так и в принципе и понял. Для обучения задумки центральной идеи должно было стать психотическое расстройство, а тем психическое заболевание во многом остается табуированным. Была в равной мере пугающе интересной. Отправной точкой истории Hellblade стало недавно нужным при раскопках святилища кельтской богини Сену в деревне Шевель. Сначала, когда это открытие... Блять, пиздец, не успеваю. Никогда не могла ли Сена быть кельтской воительницей, как Боудик, которая поняла восстание против Рима? В то время, когда римляне завоевали всю Европу, на краю Римской империи обитал кельтский народ, который им не покорился — пикты. Поэтому римляне построили огромную стену, называемую Адриановым валом, пересекающую Англию от моря до моря с востока на запад, чтобы сдержать напор воинственных пиктов. Пикты были известны своей боевой раскраской синего цвета. А при прядь спутанных волос они мазали известью. Значит, Синоа похоже на... Да, сделала по подобию этого всего. Образ Синоа, поэтому такой. Поэтому по подобию такой системы сделан. Откуда не брали идею для образа главной героини? Оркнейские острова, расположенные к северу от Шотландии, были некогда населены чутам. Я решил сделать Оркнеи богатой историей и легендами родины Синоа. Так была заложена основа будущего конфликта. В конце какого-то века на Оркнейских островах высадились кто там. Вслед за этим численных пиктов нас численно, блядь, не успевай. Уничтожили их совершенно? Точно неизвестно, но вполне вероятно, учитывая репутацию викингов. Жестокость северян стала легендарной, часто приносили в жертву по своим богам, вожди других видных членов убежденных племен. Наиболее известным видом жертвоприношения был так называемый кровавый орел. Я представил, как Сену молодая воительница возвращается домой из изгнания и находит своего возлюбленного, уделенного принесен в жертву чужим северным богам, свирепым воинам из далеких земель. Я представил, что потрясения, ужас, испытанные ею в этот миг, могли вызвать глубокие душевные страдания. Mm-hmm.
Мне стало видно, что у кельтов были довольно развитые и тонкие понятия о природе душевных расстройств. В частности, в их языке было слово «гейлт». Так называли мужчин и женщин, которые сводили с ума проклятие, боевая травма или горе. Ставшие гельтами отправили... Итак, Сенуа становится гельтом. Бля, я не успеваю реально. Пиздец, запотерялся уже нахуй. Прошу прощения, ребята, реально типа не успеваю за субтитры. Помимо этого, у кельтов было другое слово для душевного заболевания — друут, означающий дурак, либо тот, кто говорил словами Бога. Существует рассказ о безумном грешнике, который бежал во время битвы, стал жить изгнанником, и вскоре его во всем уподобился читам. История 5, успеваю, ребят. An 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney, where he became a monk. Он стал монахом, хорошо, на Аркнейских островах. Вот актера я вижу. Это прикольно, кстати. Среди всего, он рассказывает ей множество историй, которые подталкивают его к путешествию в мир богов-северян. Прикольно, да, сделано, ребят, что типа в игре актер настоящий, блин, воспроизведение. Прикольно, прикольно. Теперь все готово для путешествия в преисподнюю викингов, названных Хельхейм и Хельм. Странство видения... Блядь, не успеваю. Это постсанкционический мир под сознанием Сино, которого она видит и наяву своими глазами. Вот актриса, которую играл. Вторая актриса играла, вот она. Интересно. Задание игры о воине, страдающем психотическим расстройством, чреват разными сложностями, психическое расстройство и, в частности, психоз. Остаются табуированной темой, и за столетия своего существования к ним редко обращались, что там не говоря, о более новой сфере игр. Даже эта тема со строем часто не различает психоз и психопатию, совершенно разные понятия. К сожалению, созвучность этих слов привела к тому, что, блядь, не успеваю. Должен признаться, я и сам довольно быстро понял, собственно, нежество в этом вопросе. Поэтому обратились к Полу Фельдшеру, психиатру-профессору неврологии Кембриджского университета. Интересно. Психоза описатель термин, в целом он обозначает утрату контакта с объективной реальностью. Обычно для психоза характерны симптомы двух типов. Первый галлюцинации, то есть чувственное восприятие объектов, которые отсутствуют в реальности. Второй — городовая идея, то есть... То есть что, блядь? Суждения часто очень причудливые и пугающие, основания для которых в действительности нет. Полно помог с Welcome Trust, благотворительным последним профилактики, который тратит огромное средство на программу последнего профилактики. Бля, пиздец. Но улучшение психики... Бля, я не успеваю, ребят. Но мне просто увлечь людей таким предметом. К тому же с психическим здоровьем связано много предрассудков. Особенно это касается же... Мы надеемся, что наша поддержка поможет команде продолжать сотрудничество с Полом Фельдшером и теми, кто имеет опыт переживания психоза. Кстати, игру, предлагающую свежий взгляд на эти заболевания. Игра поможет широкой аудитории близко познакомиться с заболеванием так, как не позволяет сделать другие, короче. Я не успеваю, ребят, рано. That could enrich and change the very nature of the game. That's cool. Thanks so much. Pleasure. Thanks. It's really interesting for me. I'd love to be involved. It's fascinating. Кошмар, как зарабатывали все это дело. Например, психоз по-прежнему сопряжено с тайнами особого, способ лечения по-прежнему очень примитивно по сравнению с лечением физических недугов. Увидеть боль страны, причиняемой физического недугом или травмой, довольно просто. Увидеть же душевные страны травмы, причиняемые серьезным психическим заболеванием, гораздо сложнее. Но если бы мы могли найти способ видеть это, игры способны увлечь нас на много часов, мы играем роли героев, очень от нас далеких. Смотрю на все их глазами и активно действую в мире, который живет по другим собственным законам. Поскольку мы хотели воспроизвести психоз Сино, мы должны были что-то слышим ее вызвать типичный симптом.
Professor Charles Fernyhough, a leading expert in voice hearing from Durham University, offered his help. Hearing voices is an experience that is usually associated with severe mental illness. And crucially, we know that hearing voices is a part of слышание голосов – часть повседневной жизни многих людей, которые организованы за психическим здоровым в полной мере. Мы знаем, что голоса бывают по-разному расположены, одни из слушающего. Голоса могут доноситься как будто издалека, могут слышать прямо в ухе, могут отзываться внутри головы. Based on the information, professor. На основе информации, которую с нами поделился профессор, я подготовил краткие инструкции для звукозаписи голосов актеров в студию. Мы записывали голоса актеров на нормальный микрофон, который специальный микрофон, да. Replicating the way sound is heard by human ears. Так его слышит человеческое ухо. Это дает потрясающее ощущение, будто тот, кого вы слышите, совсем рядом с вами. Да, кстати, это по факту. Rachel Waddingham from the Voice Collective came to our studio with two young voice hearers to speak to our team. Саша Пурис, наша команда. We talked at length about their experiences, and they listened to our tests, giving us feedback on how we could improve on it. Everyone hates her. She's cursed. It's very hard to represent what this experience is like, partly because it's such a personal, intense, emotional experience. It's testament to how Ninja Theory have been listening to what researchers are saying, but also crucially listening to the experts by experience. What they've come up with is so compelling. It's by far the best representation I've heard of what these experiences. Короче, он сказал, они выбрали то, что примерно, самый лучший, короче, вариант они создали в игре этих вот голосов. Other common attributes of psychosis are visions and flashbacks. We met with Recovery College East, who work with and care for people recovering from severe mental disorders. A group of service users gave us their first-hand account of what they experience. Sometimes when the vision or the what we're seeing is too much, we become small talk until eventually we perhaps don't see anything. The people we spoke to, the stories they told were fascinating, harrowing and mind-boggling. Так еще они поговорили с теми, кто этим страдает, к сожалению. What I could possibly have imagined. И он убедил, что они говорят, этот опыт гораздо ярче, чем он мог себе воплотить. И, короче, на основе, короче, слов этих людей, которые этим страдают, к сожалению, да, он вообразил вот эти видения, то в игре именно. Разработчики, точнее, вообразили эти видения и вот эти картинки, то он подумал, короче, как я не скажу, как создалась игра и все. То есть, как они какую-нибудь работу проделали. Интересно. Insanity that unfolds. I just wanna feel, I just wanna feel deeper. I just wanna feel. Блин, ну подобных проектов я не видел. Подобных игр я пока что не видел, кроме вот этой. Интересно. Но игра все равно очень красивая. Да, надеюсь, АП не будет за это, ребят. Если нет музыки, значит АП прилетело, я просто удалил музыку, к сожалению. Интересно, разработчики рассказали нам, как они собрали. Ну, блин, в принципе, огромную работу сделали, молодцы, реально, огромную работу сделали, очень классно воплотили то, что хотели, тоже задумали, очень классно, очень качественно сделали, по факту. Реально, как фильм выглядит. Да, есть баги еще, да, вот это сквозь текстуры видишь, тому подобное. Есть оно, типа, и сама игра баговалась два или три раза еще такое по мере прохождения, да, вот, но... Чтобы решать нашу работу, мы продолжаем встречаться с... На протяжении полутора лет показывали им свои наработки, совершенствовали воплощение в игре на основании их отзывов, благодаря их помощи. Воспоминания, видения, изменения для связи оказались вплетены в историю, игровую реальность. Люди, которые были привлечены к этому, были очень рады тому, что разработчики хотят это сделать, потому что для них это важно. И для них это очень важно, что их опыт пригодился в чем? Для них это очень значимый опыт. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. I met someone who would often see hanging corpses in a room, so real that she would sometimes try to rescue them.
The panic and fear that comes with such visions is entirely understandable, and it can be a living horror for some. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. I was urged by one fellow that we should not shy away from showing this horror, and so I was perpetually torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations, or not far enough? Broke. Вот это, что мы видели, это все слов людей, которые этим страдают, к сожалению. Эти трупы осуждают, короче, и все, что мы видим, эти, да, вот эти испытания, все, конечно, все, что мы видим, они взяли из опыта людей, которые этим страдают, к сожалению. There's another aspect of psychosis. И вот сейчас он говорит, да, за кадром голос, что разработчики думали, типа, они сделали наоборот перебор или недостаточно. People begin to see patterns in the world. They begin to link things that most people wouldn't link. Most of the things that we might think would be coincidence or, you know, not worth commenting on. Nevertheless, that might have a particular salience or importance for them. One individual described how everyday words, sounds, colors, and objects were steeped in meaning to him, forming a strange and sinister puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. It's not just brain dysfunction. It's not like the system shut down. It's actually an incredibly creative process. The person creates a world populated with voices and phantasms and terrors, and they're completely immersed in it. They believe in it. We often invite people into the studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes. Он сказал, что это не просто типа, ну, болезнь, это типа наоборот творчество, ну, сейчас сказал уже. That happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark rot that's killing her slowly from within. The secret runes of the gods that block her path to Helheim. And strange associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Afterwards, they said that they didn't see much evidence of mental illness in the game. People with delusions of all sorts would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. Ебать, прикинь. Он сказал, что вот это все что сделано, все голоса, головоломки, короче, и тому подобное, сделано для того, чтобы запутать игрока. И он сказал, что люди, поигравшись в эту игру, поиграешь в эту игру, короче, говорят, что да, в ней нет ничего там нового в психических заболеваниях. И он говорит, что вот, типа, это означает, ну, чаще всего это говорят люди, у которых есть такое бредовое мышление, которое не осознают, что, типа, оно у них есть, вот все. Это бы означение, да, типа, обращение, дурное обращение к таким людям со стороны общества. Видеоредактор, блять, что? Прикинь, видеоредактор разработчик был моделью. Трэш. Это жестко, реально. Melina Jurgens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months while we perfected our motion capture techniques. Without realizing it, she had already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. As often is the case, those who have suffered mental anguish are never far from us. То есть он сказал, что он выбрал, типа, она не знала о том, что она идет на роль, она уже была отобрана им же, что он знал очень много и видел в ней какую-то боль, типа, внутреннюю. Ну, я понял. We can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. Her mother Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect. Or perhaps it was cultural, as she lived within a world without science, of gods and superstition, as exemplified by her druid father Zimbal. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exasperated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her father. Он объяснил, что это, скорее всего, что у нее с детства это все началось, что, типа, она видела, у нее были воображаемые друзья, и что у ее мать это было, конечно, генетически, скорее всего, это перешло, а ее отец, типа, ну, вот этот отец зловещий, это, конечно, ее так восприятие, вот и все. So the question is, what Senua experience is real? Can only be answered by saying yes, it is real. It is her reality. Он сказал, если задать вопрос реально, что то, что она ощущает, он сказал, да, он это все реально для нее, да, для Ангерини, потому что это ее реальность, такая реальность.
Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near final game. It was a chance to see if пациент, они собрали людей, которые этим стараются, к сожалению, и разработчиков посмотреть, чтобы они, короче, сказали свой отзыв об игре, типа они сделали все верно или наоборот исказили все. And it's meaty, and there are some tough subjects in there that are being tackled with honesty. Она сказала, что она рада за то, что это получилось именно так, как так есть на самом деле, да, что она довольно-таки холод, ну типа такая полнокровная, очень мрачная, и тому подобное. Что хоть она и мрачная, но там по факту отображена правда. Things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself, and it feels very authentic. Я получился очень реалистичный, очень настоящий. Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory kind of asked us to come along and help them build an experience that's positive. When it comes out, and get myself a copy and have a go. По факту говорит, он сказал, что типа, ну разработчики сделали, ну короче, классно, что разработчики сделали такую игру, потому что покажет всем людям, да, кто будет в нее играть, каково тем людям, которые страдают от таких болезней, каково, как они видят мир, в принципе. К сожалению, они таким страдают. Wonderful, really wonderful. Она не знала, она не верила, что как она не могла представить, что это можно было сделать, и она рада, поистине рада, да, по-настоящему рада, что это все получилось. Именно сделать такую прекрасную игру. I really hope that others will follow the lead they've set and use the power of something like a video game to change people's perceptions, to increase understanding, and ultimately to make some of the stigma around voice hearing and other experiences go away. Ну, сказал, да, ну, примерно то же самое сказал, что, типа, надеется, что до других людей, до него, ну, что другие разработчики возьмут этот пример с Hellblade и сделают такие же примерные игры. Something that I explore scientifically, being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate. Чтобы донести до людей, да, то как видят, к сожалению, люди, которые этим страдают, видят, как мир, они вот все. Чтобы помочь им это все. Обратили на это внимание, короче. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet. But why? Why has an evolution stamped out this weakness from within our gene pool? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have computers, spacecraft, medicine, poetry, art, and yes, even video games is because individuals were able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently in order for us to progress and survive. Он говорит, что думать по-другому и делать по-другому не как общество. Это, ну, он считает, что это не совсем ненормально. Это нормально, наоборот. То, что у нас не было бы потом компьютеров, никаких, да, все, что у нас есть сейчас в жизни, ничего бы не было, потому что те люди, которые это создали, они шли, короче, против общества, короче. Они думали нестандартно, скажем так. Вот и все. И он сказал, что его вдохновило, вдохновила вся эта идея, он создал эту игру. Блин, классно, очень длинная серия. Все, ребят, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих играх. Но перед этим будет доп-серия. Давайте.